Доброе утро. Я уже сегодня обмотала все свои места, куда собиралась, заскочила на рынок. Правда, с сумкой, которая не предназначена для покупок продуктов. Ну вот купила себе фунчозу. Купила рыбу. Но я купила себе соленый маленький кусочек и сырой. Ну, сейчас сырую буду делать. Ну, поленилась. Сама хочу побыстрее, потому что я сейчас хочу прям сделать и съесть. Купила по-корейски морковку и грибы. Как раз эти грибы, которые забыла, как они называются, почему-то не написано. Ну, которые подходят как раз для фунчозы. Купила себе изюм с рисом. Это мне будет десерт. Я с рисом буду делать. И купила... О, в видео увидела, что... А, она мокрая. Купила себе чуть-чуть, яблоко это у меня было. Купила себе киви и мандарин. В общем, на 2 дня я с фруктами. А еще я себе запеку на вечер арбуз. Горбуз, тыкву. Тыкву. Тыкву с изюмом. И можно рис, можно изюм, а можно сразу с рисом и изюмом. Я подумаю. В общем, такой десерт у меня будет. Ну и набрала траву. Траву я очень люблю. Чеснок, лук, укроп. Это уже... Ой, течет. Это уже... С грядок у людей начал, молоденький, не тот, который непонятно на чем. Покажу свою фунчозу, похвастаюсь, как будет вкус и как это будет все выглядеть. Листья салата я порвала, ножки я порезала. Следующий этап. На листья салата я выкладываю фунчозу, которую... обильно смешала с рубленной зеленью, укроп и чеснок. Я хочу, почему слоями, я буду сейчас морковь и грибы по-корейски выкладывать слоями с фунчозой. Вот какая красота уже получается у меня. Для вида я разбросала перчик красный сладкий, рыбка варится. Яйцо я ложить не буду, сейчас я делаю соус свой волшебный. 70-75 грамм белой рыбки. Я бы, конечно, в идеале не против от семги вареной не отказалась бы. Но, в общем-то, белая нежирная рыбка, любая. Я отварила, поломала на кусочки, без костей рыбка. Сверху я посыпала семенами льна и кунжута, белого и черного. Пошло у меня где-то пятая часть пакета фунчозы. Все обильно полила своим волшебным соусом. Рыбку я солила совсем чуть-чуть, когда отваривала. Ну и соус сам по себе немного присоленный. Приятного аппетита мне, приятного аппетита вам, если вы надумаете приготовить такое блюдо. Вот я сейчас еще лимоном полью. У меня еще лимон, я сейчас полью лимоном и буду кушать. Всех целую, обнимаю, подписывайтесь, ставьте лайки. Очень прошу вас делиться в соцсетях моим видео. Всем пока, всех люблю, целую, обнимаю.